Я вас приветствую, мои дорогие друзья. Меня зовут Дима, вы на канале Библейских Пророчеств Последнее Время. И сегодня то, что я вижу на экранах новостей, на экранах своего телефона и компьютера, просто потрясает, друзья. Просто поражает, насколько библейские пророчества осуществляются и реализуются прямо у нас на глазах. Это очевидность, друзья. То, что вы сейчас увидите, это очевидность. Может быть, для кого-то это не является какой-то новостью. В том плане мы об этом и раньше знали, но сейчас это и более и более проявляется в наше время. Мы видим, как Джорджия Мелани представляет папу Франциска в Большой Семерке в Италии, в Апулии, по-моему, если я правильно говорю. А это произошло несколько дней назад, то есть это мы видим 2024 год. Сегодня мы поговорим о Хрисламе. Хрислам — это такая интересная синкретическая религиозная секта, которая не является чем-то новым в наше время. Понятно, да? Хри и Ислам, да? Христианство и Ислам. То есть объединение мировых религий. Но то, что мы видим здесь... Это то, что Папа Франциск объединяет не только мировые религии, он объединяет мировую политику. Давайте посмотрим, как его приветствуют мировые лидеры влиятельных стран и как преклоняются пред Папой Римским. Вот мы видим представителя с Арабских Эмиратов, я так понимаю, исламского мира. Европы. Знакомые лица везде. Мы их часто видим по телевизору. Это буквально вот на днях случилась эта новость. Посмотрите, это перед началом Большой Семерки, встреч лидеров, да? Представители разных стран. Представители разных стран. Джо Байден общаются, общаются любезностями, обмениваются. Напутствие дает Эрдогану президенту Турции. И обратите внимание, друзья, вот. Лидеры стран всех, вот многих влиятельных стран, они не меняются годами, они уже пожилые люди, вот все практически, и они постоянно находятся при власти. То есть если там и меняются кто-то, то, то кто-то там из ветки нижней, нижнего крыла, а из верхнего крыла, как правило, те же самые люди. То есть такое ощущение, что этих людей кто-то поставил или с ними договорился, и они правят страной постоянно. То есть постоянно, постоянно, постоянно. Мы видим одни и те же лица. Одни и те же лица везде. Представители разных стран, президенты разных стран, но они постоянно одни. Как видим, мы видим и представителей Индии, представителей исламского мира. То есть тут и буддизм, тут и кришнаизм, тут и ислам, тут и христианство, тут все. Вот в этом видео коротком, я вот вначале решил вам показать, чтобы вы понимали, что тут все. Этим видео, это, это видео о многом говорит. Вот Индия, если я не ошибаюсь, президент Индии или премьер-министр. Ну, я могу, может быть, я не всех знаю, понимаю, но вы-то знаете их лица наверняка. Тут и Африка, тут все, все, все мировые страны. Большинство стран, ну кроме России, по-моему. Не знаю, может быть, тут и была Россия, но вряд ли. Ну, кроме России, там Китая, да Северной Кореи, в <coughs> основной, основная масса тут всех стран собрана. Вот они начинают. Ждут, пока он пересядет. Он, видно, уже старенький, больной, еле ходит. Но вот такое вот уважение и почет у мировых лидеров к религиозному лицу. Ватикан, Рим. Помните, мы говорили о семи горах, на которых сидит жена, на которых сидит зверь, что зверь представляет из себя? 7 голов и 10 рогов до да, мировая империя которая возникнет в конце дней об этом мы читаем в книге пророка даниила 7 глава и в книге а, Откровения, 13 глава да мы часто об этом говорим Ну вот пожалуйста вот вам реализация и

Короче говоря, это площадка для диалога важного между Африкой там, и Европой и всеми странами и все в таком вот духе. В общем, вот такое вот начало решил вам показать, а теперь давайте же поговорим, что же такое Христа. Ну, наверное, это видео говорит больше, чем говорят мои слова. Но то, что библейские пророчества исполняются, это мы видим невооруженным глазом. Друзья, здесь мы видим два видео. Первое видео, одно, одно из видео это то, что происходило в Казахстане, как ни странно, в 2022 году. А второе видео это то, что происходило вот буквально на днях в Италии в 2024 году. И там очень похожие события происходят а вокруг папы Франциска, да, ну и не только Франциска, всех пап, суть в том, и мы это видим уже невооруженным глазом, уже много лет, суть в том, что папа пытается соединить и объединить все мировые религии, и так как мы видим, что перед ним преклоняются мировые э э э лидеры, то он делает большую, даже, ну в кавычках, большую, двойную работу. Да, на него возлагается миссия – это соединить все религии и соединить всю политику, то есть все мировые, всех мировых лидеров, все всю мировую политику соединить под своим началом. Вот, а поэтому видим то, что видим, да, поэтому наблюдаем, анализируем, исследуем. Это на самом деле интересно, когда мы видим, когда библейские пророчества исполняются прямо у нас на глазах. И мне, когда прислали это видео, я, э, ну, как бы видел похожие видео, но чем дальше мы подходим к краю, к пропасти, да, к последним временам, тем больше. И мы видим исполнение библейских пророчеств, как все подтягивается потихонечку-потихонечку. К одной единственной цели, для того, чтобы сформировать мировое правительство, состоящее из четырех стран основных, в которых появятся 10 мировых лидеров, которые начнут управлять миром. То есть это будет, это будет демократическое правление, если хотите, возможно изначально, а потом эти 10 передадут власть свою зверю, как написано. Зверю, то есть антихристу. Антихрист, как один человек греха, сын погибели, будет править всем миром. И вот сейчас задача вот этих вот, это как предтечи. Понятно, что не папа не лжепророк еще, а там, допустим, Байден или Трамп, это еще не антихрист. Вот мы смотрим на гегемонов, мы смотрим на мировых лидеров, влиятельных мировых лидеров. Это понятно. Но ну, выдвигаются разные теории, гипотезы. Но все это еще не то. А сейчас идет просто плацдарм, подготовка, подготовка для появления Антихриста. И вот эти люди, которые вот сейчас действуют волей-неволей, возможно, они являются слепым оружием в руках дьявола, они вот реализуют эти планы которые написаны в Библии еще 2000 лет назад, пророческое слово, которое должно исполниться. Ну, говорят, там есть BlackRock, какие-то там DeepStates, секретное закулисное правительство. Друзья, это то, что нельзя не доказать, не опровергнуть. Это просто как теории, существуют разные гипотезы, конспирологии и так далее, друзья. Мы смотрим на то, что происходит. Как бы там ни было, кто бы за этим не стоял, а разные тайные общества, какие-то закулисные силы, может быть, даже сам дьявол, нам все равно, потому что мы видим, как исполняются пророчества. Мы знаем, что это будет уже на протяжении 10 лет, начиная с 2015 года, на канале «Последнее время». Мы об этом размышляем, сейчас просто это все яв явней и явней реализуется прямо у нас на глазах. Я, честно говоря, был потрясен. Давайте же немножко посмотрим, что же это за учение такое Хрислам. Я думал это что-то новое, потому что было на слуху несколько лет назад, вот слышали такой термин Хрислам. Оказывается, этот Хрислам ⁇ соединение ислама и иудаизма и... Христианство это идея не нова, это идея не нова, как все в этом мире. Мы думаем, что что-то новое на самом деле это давно забытое старое. Мы видим, вот видео, которое мы посмотрели, мы видим, как Джорджия Мелани представляет Папу Римского, а вот а, это, это собрание большой семерки, раньше была большая восьмерка, когда Россия была, Россию сейчас убрали, э, стала большая семерка. Опять же, семь голов, да, а зверь э, восьмой из числа семи, да, как интересно, мы когда-то и об этом тоже размышляли, это очень интересно, как все мы видим, то есть семерка, восьмерка, восьмерка, семерка, да. А вот Большая Семерка, то есть объединение, соединение, диалог вот этих вот больших стран. То есть, опять же, видите, эта цифра неспроста, это цифра, которая описана давно в Писании, 2000 лет назад. Просто это уже реализуется у нас на глазах. Большая Семерка был восьмой, восьмой выпал, потом появится опять восьмой из числа семи, и это будет зверь мировое правительство, во главе которого будет стоять Антихрист. И вот это все случилось в Апулии. В Италии одно из видео, но мы будем совмещать, чтобы вы видели, что видео похожие везде. Их можно еще много разных видео взять в разных странах. В исламские страны ездил Папа Римский и в Арабские Эмираты ездил. Но мы здесь берем только два видео основных, которое было в 2022 году интересно да, в, в Казахстане. И в 2024 году собрание Большой Семерки в, в Италии в этот раз без россии вот а просто посмотрите друзья как преклоняются мировые лидеры влиятельные гегемоны стран многих стран перед этим человеком как минимум здесь вот это ну, сборище вот это вот то что здесь собрались собрались эти люди это не про духовное это не про духовное друзья не будьте обольщены. Мусульмане, арабы, колдуны, христиане типа христиане, да, за одним столом. Объединение, о, великое объединение, да, но объединение вокруг чего? Вокруг нового мирового порядка? Вокруг чего? Вокруг э -э, масонской мечты, чтобы потом вывести на сцену антихриста, чтобы он построил третий храм в Иерусалиме, чтобы началась безбожное правление мирового правительства во главе Антихриста. Но, вероятно, все к этому идет. И вот эта пандемия, и вот эти войны, спровоцированные, не спровоцированные, мы не знаем, то есть допущенные, все идет к этому. И вот эти все стихийные бедствия, вот эти все катаклизмы, вот эти все природные аномалии, которые происходят, все ведет к одному. Климатический контроль, да а значит там какой-то там еще пандемический контроль, контроль войны и так далее. То есть очень легко контролировать, когда ты это возглавляешь, да. То есть когда ты это же инициатор, допустим, войны или там пандемии или еще чего-то, ты это возглавляешь, и ты это можешь в принципе в любой момент остановить, потому что ты это контролируешь. Но даже если ты где-то что-то не возглавляешь, ты все равно это контролируешь. Потому что ты как в шахматной игре, ты можешь управлять пешечками, где-то что-то началось, ты уже знаешь. То есть дьявол, он же дает мысли, то есть дьявол дает власть и силу новому мировому правительству. Уж понимаете, о чем идет речь? О сверхъестественных знаниях, о сверхъестественной силе, о сверхъестественных знамениях. То есть у него, понимаете, он... А вот если война там или что-то происходит, у него сразу четыре варианта решения этой войны. Затяжная война. Сразу закончить, быстро закончить, разрушить врага, позволить врагу еще существовать и так далее, друзья. То есть вы не будьте наивны, не думайте, что власти мира сегодня знают, что происходит в этом мире, и что они, и что они не получают сверхъестественные знания из глубины демонического мира. Именно так все и происходит. И в последнее время мы все больше и больше это видим. Итак, собрались все, хотят соединить не только религиозных лидеров, но и политических лидеров. То есть все страны объединить. И мы видим, что это уже осуществляется. Значит, исламский мир, христианский мир, и, и, иудейский мир политические мир, разные культуры, разные народы, все объединяются в одно. Каждый делает свою работу. Экономическое объединение, религиозное объединение, политическое объединение. Ну а потом, когда все объединятся, тогда выйдет Антихрист и скажет, все, теперь будете мне поклоняться, так как я сделал чудо, объединил всех вас. Ну, типа такого будет. Вот. То есть он даже не, будет, не столько будет заставлять поклоняться, хотя это тоже будет, как люди сами увидят это чудо, когда прекратятся там, пандемии, прекратятся войны там, может быть, какие-то глобальные, локальные, может, где-то и будут, но глобальные прекратятся. То есть люди заживут как прежде, скажем так, или, или почти как прежде. И людям это понравится, и поэтому люди проголосуют за Антихриста. Вот и все. Будет апогей зла. Антихрист это кто такой? Вот беззаконник. Беззаконник, человек греха, сын погибели. Он будет в открытую идти своими грехами и своим богохульством против Бога и против Христа. Его. Итак, что же такое Хрислам? Давайте посмотрим. Значит, альтернативное название, ну оно так на английском и звучит Хрислам. А, миссия Воли Божьей или истинная вет весть Божьей миссии. Синкретическая религиозная секта, распространенная, а, значит, у Йоруба в Нигерии. То есть это с Африки пошло, оказывается, эта идея. Что такое синкретизм? Это смесь, смешание, синкретизм. Синкретические религии ⁇ это смешание. Да будут много, будет один, понимаете? Да будут все религии одно, да будет вся политика одно. Понятно, да? И пошла она, оказывается, в Нигерии, я когда прочитал, я был в шоке. Я думал, что-то недавно изобрели, что-то новое, какие-то там, знаете, глобалисты это придумали. Да нет же, это было все придумано в прошлом. Секта, так называемая, которая включает в себя элементы христианства и ислама в основе своей. Ну, понятное дело, что там недалеко и до иудеев, и все это соединится вместе. Идея просто интересная. То есть для глобалистов, для людей для глубинного государства, эта идея интересна, потому что их цель — соединить несоединяемое. Помните, да, когда мы говорим о зверях, мы говорим о том, что зверей много, звери разные, и звери не похожи один на другой. Ну, чем медведь похож на льва, чем лев похож на леопарда, а чем леопард похож на десятирогого зверя, которого вообще названия нет? Они разные. Там так и написано, что они не похожи один на другого. И тем не менее, соединить несоединяемое. Вот цель. Соединить несоединяемое. Друзья. Была основана неким Телом Телой, Телой Тела в 1980-х годах. То есть мне тогда было 10 лет, да? Можете себе представить, как давно, откуда давно это еретическое учение о соединении Хрислам. Альтернативное название, ну мы прочитали, синкретическая религиозная секта. Учение секты включает в себя элементы и христианства, и ислама. То есть соединить несоединяемое, да? А, значит, секта преимущественно существует в лагусе до сих пор да, численность составляет около 1500 человек последователи хрислама признают как священные книги э, и так и Библию и как, как Библию так и коран понятно да то есть как бы а чего мы все от одного бога чего нам делить чего нам ссориться чего нам чего нам и, и, и такие вот религиозные деятели забывают что сказал Иисус что Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Он же не сказал, что я есть путь, и в принципе еще много путей существует к Богу. Он сказал, я единственный путь. Он сказал, никто не приходит к Отцу, к Богу, как только через меня. Если бы вот эти вот политические лидеры и религиозные лидеры собирались вокруг Христа, его учения, о, -о вот тогда почет им и уважение. Но ведь они собираются вокруг идеи нового мирового порядка, чтобы объединить и подготовить путь к пришествию Антихриста. Вы понимаете разницу? Вот к чему все идет. И это зло. Это зло. Это идея дьявола. Соединить Библию и Коран. Это богохульство. То есть ждет большая работа. Большая работа. Я не преувеличиваю. Объединение религиозное и политическое. На религиозном и политическом уровне. Пока мы отвлечены на какие-то маловажные дела. Хрислам ⁇ это проект единой мировой религии. Единой мировой религии. То есть они согласятся, договорятся, что будет вот так. Да еще и на политической основе, можете себе представить. Как известно, Ватикан совместно с кланом Ротшильдов и основными держателями активов мира создал очередную инфраструктуру Совет по инклюзивному капитализму, призванный способствовать великой перезагрузке. Великой перезагрузке чтобы явить новый мировой порядок. И переходу к неофашизму, к корпоративному захвату глобального управления. Неотъемлемой частью этого нового порядка должна послужить единая мировая религия. То есть без этого она не будет существовать. То есть должна быть религия. Помните, там написано, что лжепророк, который появится в конце дней, он будет заставлять всю землю поклоняться Антихристу. То есть значит должна быть... Люди должны прийти к одной мировой религии, чтобы их потом легко можно было... Ну, это подготовка, а потом их, чтобы легко было заставить поклониться Антихристу, вы понимаете? Поэтому все религии надо объединить. Я имею в виду религии, которые официальные, вот мировые. Что такое религия и вера? В чем разница между религией и верой? В самом слове религия, может быть, нет ничего плохого, но... Есть понятие религия, это когда форма без содержания. То есть это религиозное лицемерие. То есть ты внешне религиозен, а внутри полон костей сухих, мертвечины. То есть попкорн, да? Вот ты кушаешь, но не наедаешься. Потому что форма есть, ты вроде забиваешь желудок, а не наедаешься. А там внутри пустота. Вот это религия. Религия это когда форма есть, и чем больше человек форменный, вот набожный такой, показывает себя, что он такой религиозный, тем больше там пустоты внутри, слышите. И нет истинного, истинной веры, истинной, истинной а, христовой веры. Чем больше человек прост, одет в простую одежду, чем больше человек близок к людям простым на улице, тем больше он отражает образ Христа. Но это же очевидно. Поэтому нужна одна мировая религия. Вот это одним из прототипов, который является Хрислам. Идея вот этого вот Хрислама, возникшая еще, как мы говорили, в 1980-х годах, предполагает синтез христианства и мусульманства. В этот контекст четко вписывается поощрение массовой миграции мусульман в Европу. Как интересно. Да, у нас сейчас в Украине тоже такое происходит. Одни украинцы умирают, другие украинцы убегают, третьи украинцы еще что-то с ними случается. Короче, они теряют просто от старости умирают. И вот что делать: надо завозить в Украину, как и в Россию, по сути, в Россию там с Китая в основном миграция идет, а у нас. А тоже уже сейчас начинается эта идея и реализация с Африки, с исламских стран. Начинается, да, скоро будет полная ассимиляция. То есть суть в том, чтобы не было государственности как таковой в глобальном обществе. <coughs> а для этого нужно максимально стереть границы национальности и, и границы стран. Ну, хотя, может быть, ты сейчас еще этого не видишь. Но подожди еще пару годиков. Подожди, скоро ты увидишь, к чему все идет. И война это как один из инструментов убить национальность одной и другой страны, а потом завозить ассимилироваться, то есть завозить туда людей с разных религий, и потом придет время, они уже тогда ну уже непонятно кто ты, что это за страна. То есть страна там может быть определена, но уже кто там живет с разных культур, как Америка. Как, как Америка. Там же национальности нету, там много национальной культуры. Так вот идея вот то, что сейчас в Америке происходит, тоже будет и в Европе. Это уже происходит. Говорят, что в Европе через 10, через 20 лет это уже происходит. Там будет ассимиляция полная. Европейцы не рожают. Детей или рожают мало, один-два максимум. А мусульманские страны там по 10-15 по детей. И смотрите, вот проходит 10-20 лет, они потом рожают других, потом рожают других, занимают руководящие посты. И все. И вот вам их реслам. Вы понимаете? И все, уже в Европе не будет уже такого, как было раньше. То же касается России, то же касается Украины, это всех стран касается. Будет полная ассимиляция, миграция, чтобы не было национальных признаков, чтобы все было перемешано, как Вавилонская башня будет. Вы понимаете? Вот идея. Но ну, вот за это уже отвечают политики. Ну, это, Но собственно, это, собственно, та же суть. Религия объединяет религии, политика объединяет политику. Вот и все. С одной стороны, расово-религиозное противостояние расшатывает национальные государства. Это то, о чем я говорю. Я еще не весь этот материал читал, это уже наперед я уже понял, к чему все идет. Которые планируются со временем упразднить. То есть будут, знаете, как будут названия, номера государств. Государство первое, государство второе, государство третье. Транснациональные корпорации будут править. То есть национальные государства невыгодны пришествию Антихриста. Запомните это, друзья. Ну, это же очевидно. То есть национальные государства со временем упраздняют. То есть их, их не будет как таковых. То есть они будут числиться там где-то когда-то. В прошлом, да. Да, была когда-то такая страна Украина. Да, была когда-то такая страна Россия. Но все не будет. Вот как США, Соединенные Штаты Америки. Все, кто там живет. Там уже, наверное, одна треть украинцев живет и россиян в той Америке. Сейчас у меня на знакомые, кто там сейчас остались, говорят, у нас даже мы сейчас живем в Сент не в Сент-Луисе, они живут а в, в каком-то штате, в городе. Там там значит поселения русское, украинское, церкви русские, украинские. Вы понимаете? И они не воюют друг с другом, хорошо, нормально живут между собой. Говорят и на русском, и на украинском, на украинском, понимаете? То есть она даже, даже а, а, значит, английский язык не может выучить, потому что общается только с, значит, с русскими и украинцами. До чего дошло? Понимаете? Вот это цель, а так будет по всему миру. По всему миру скоро так будет. Если ты не хочешь ехать в исламские страны, то исламская страна к тебе приедет скоро. Там могут бедствия какие-то начаться в Китае, в исламских странах. Там пылевые бури, там землетрясения, не знаю, что там еще произойдет. Подтопление, все перемешается скоро, друзья. Да, это пройдет еще какое-то время. Может, это не случится завтра, но мы уже видим, к чему все идет. К глобализации к полному глобализации к полному глобальному контролю. Значит, с одной стороны национальные государства будут упразднены скоро, с другой растущее мусульманское население планеты перемещается на Запад, да? попадает под контроль глобальной элиты и встраивается в проект единого мирового государства. Вот так. Если раньше исламские страны, ну, мы исламские страны, к нам не надо, вот мы тут сами по себе как раньше Советский Союз, да, за железным занавесом. Это совершенно несоединяемые культуры и религии. И вот так просто, вот так просто, постепенно, постепенно, год за годом в Европу, в Украину, в Россию, во все страны, в Америку. И все. Притом Хрислам рассматривается как массовая, значит, народная религия плебейская тут написано. Ну, народная религия. То есть, ну, как вот в народе будет. Это будет нормой скоро. А для суперкласса предназначен элитарный трансгуманизм. То есть будут классы. Классы, классы. Что такое трансгуманизм? Поизучайте. Вам домашнее задание. Это очень важно знать, к чему идет этот мир. И что такое трансгуманизм? соединение, мы еще поговорим, я думаю, в отдельном видео об этом соединение машины и человека. Словно плотный туман, поток информационного мусора, нерелевантной информации, приемов отвлечения внимания застилает важные процессы, ключевую информацию общей картины тектонических изменений, которые полным ходом идут в мире. А вы это заметили? А конкретно того, что происходит в контексте исторически беспрецедентного проекта рукотворной смены общественно-экономической формации, о котором объявила мировая элита в Давосе еще 3 июня 2020 года. Мы скоро этот мир не узнаем, друзья. Поживите еще чуть-чуть. Скоро вы этот мир не узнаете, я уже не узнаю Украину. Я уже не узнаю этот мир. Мне кажется, раньше Европа была такая далекая, а что говорить об Америке. Сейчас. Мы, мы, говорим по скайпу, мы поговорим по вайберу, мы, поговорим по, мы говорим о видеосвязи. Нету ощущения далекости, мы все вместе. Сел в самолет, прилетел. Понимаете? Открытые границы становятся. А отменяют визы. То есть ассимиляция идет по максимуму, это допущено. Вы думаете, так долго были вот эти визы, знаете, там. Нам первый раз, когда мы ехали в Голландию, нам в 2015 году дали визу на 15 дней, по-моему. То есть через 15 дней мы должны были вернуться. Вот так строго было. А потом проходит несколько лет, визы вообще отменили. Вы думаете, это так просто, они взяли, захотели, отменили? Нет. Это сверху им дали приказ, отменяем. Полная ассимиляция. Чтобы вот так люди катались. И ассимилировались друг с другом, чтобы потом они вообще забыли о своих религиях и своих ценностях. Но большинство из них, дай бог, чтобы мы с вами не забыли, кто мы и куда идем со всем этим багажом. Вы понимаете? Параллельно с началом установления нового мирового порядка активизировался и Ватикан, тут как тут, да? Ну, мы знаем, что Ватикан и, и Рим сыграют главную, глав, главнейшую роль в, в появлении нового мирового порядка. Да, потому что Ватикан и Рим стоит на семи холмах. На семи холмах. Семь голов зверя, это семь гор написано. Так что это будет иметь решающее значение Ватикан и Рим. Там войны не будет, не переживайте в ближайшее время, но ну, может только в конце Великой скорби. Поэтому Ватикан это важная часть суперкласса, всегда игравший на этих планах собственную роль. В возглавляемом им проекте установления новой глобальной религии одним из кирпичиков является так называемый Хрислам. То есть это не основа, это один из кирпичиков. Понимаете? Один из кирпичиков. По кирпичику, по кирпичику, по кирпичику. Вот вам Вавилонская башня. Каждый, я же вам говорю, каждый работает на своем уровне. Ватикан как государство с границами утвердилось благодаря Муссолини фашистскому лидеру Италии после Второй мировой войны. Но понятно, что Ватикан был и Рим был и потом Римская империя рассыпалась. Вот можете почитать историю, это тоже очень интересная Римская империя сколько просуществовала лет и как она потом рассыпалась и как сейчас она восстанавливается. По сути дела, десятирогие звери это и есть восстановленная священная Римская империя. Но вот она восстанавливается, значит, шаг за шагом. Ватикан помог некоторым нацистским и фашистским деятелям избежать наказания, переправив их в Ладинскую Америку. Именно Ватикан стал основой Западной Европы в XVIII веке с возникновением империи Карла Великого, зарождением банковской системы, определением направлений завоевательных походов, а также местом аккумуляции и хранения знаний. Ватиканские ведомства основаны на четких функциях католических орденов. Там да, тоже эти ордены. Короче, там, как говорится, черт ногу сломит. Да, там такие, такая глубина этого тьмы, что лучше нам туда не вторгаться. Да. А, значит, так называемые доминиканцы исполняют функцию МВД. Изуиты заведуют разведкой, францисканцы ученые. Опус контрразведка, Мальтийский орден отвечает за внешние финансы. Видите? А все они, по сути дела, масоны. Ну так говорят, я не знаю, правда или нет. То есть суть-то одна. Суть одна вывести на сцену антихриста мирового правительства. То есть они работают очень хорошо. Пока мы с вами отвлечены, да, они увлечены и работают на полном ходу. Поэтому неудивительно, что Ватикан в одной лодке с мировыми лидерами Давосского форума и участвует в проекте перехода к новому мировому порядку неофашистского и посткапитализма под блестящая оберткой инклюзивного капитализма, суть которого в глобальном корпоративном тоталитаризме. То есть будет это такая интересная смесь. да, Там будет все. Там будет и капитализм, и социализм, и тоталитаризм, и демократизм. В общем, короче, все, что вы любите, как говорится, все, что вы хотите, будет вам. Главное, чтобы вам было хорошо. Так, несколько лет назад Папа Франциск привел внимание привлек внимание католических кругов, заявив, заявив, что необходима новая социальная справедливость. Новая, новая, социальная справедливость. И что частная собственность не является чем-то очевидным в христианстве и в католической церкви. Частная собственность, социальная справедливость. То есть о чем это? Что наша частная собственность принадлежит государству? Социальная справедливость, да, как в СССР, каждому по труду от каждого по способностям. А, значит, и вот э, цитата: давайте построим новую социальную справедливость и признаем, что христианская традиция никогда не признавала право частной собственности абсолютным и незыблемым. То есть э, социализм — это когда ты не имеешь своего, то есть все общее, да? Капитализм, да, ты купил это твое. А в социальном обществе все принадлежит народу, ну так они говорят. Понятно, что те, кто выше, хорошо живут. Это они всегда хорошо живут, у них всегда есть деньги, и дворцы, и хоромы, и деньги, и еда. А простые люди, также было и в СССР, в принципе, не было. Это только на словах равенство. А равенства же не было как такового. И ни в каком обществе равенства не может быть. От каждого по труду, каждому по способностям. Это просто пафосные, Высказывания, речи. А в реальности такого никогда в мире не будет. Всегда бедные будут страдать, а богатые будут зажи, ну, жить хорошо при любом строе. Социальное ли то у тебя строили там? Капиталистические, неважно? И вот они говорят: социальная должна быть. То есть э, частную, на частную собственность ты не имеешь права. То есть все народное, все наше, все государственное, другими словами. Эта позиция папы полностью совпадает с главным лозунгом Довозского нового мирового порядка. Мы, вы ничем не будете владеть. Но вы будете счастливы. Как интересно. Это не ваше все, но вы счастливы. Под вы подразумевается не богатейший 1% населения, а остатки среднего класса планеты. Понятно, да? Это то, о чем я говорю. Что богатых будут, будет единицы, они будут жить хорошо. Но ну а мы с вами будем счастливы, ничего не имея. Вот цель. Друзья вот цель мирового правительства. Социализм. Социализм. Равенство. Ну, по крайней мере, на словах. Эта стратегия логична, потому что право собственности одно из основных прав человека, на котором зиждется демократия. А также цель демонтировать либеральную демократию, то задача заключается в уничтожении его базы среднего класса, собственности, свободного предпринимательства, конкурентности. Карантинные меры во время так называемой пандемии 20-21 годах имели одно из своих целей нейтрализовать максимальное число представителей среднего класса, лишив их независимого источника дохода. Так что Перл про собственность его святейшество выдал не просто так. А уже через несколько недель после этого было объявлено, что официально стартовало новое историческое партнерство между Ватиканом и некоторыми из крупнейших мировых лидеров в области инвестиций и бизнеса. Под названием Совет по инклюзивному капитализму под управлением Линн Форестер и Ротшильд. А, друзья, много информации, но впитывайте, это очень важно. Это очень важно, извлекайте драгоценное из ничтожного, чтобы знать, к чему идет этот мир. Цель альянса в том, чтобы работая вместе, поменять капитализм к лучшему. Корпорации, входящие в этот совет, имеют в активах под управлением более 10 триллионов долларов. Совет возглавляет основная группа глобальных лидеров, называемого стражем инклюзивного капитализма, под моральным руководством папы. Говорится в пресс-релизе, совет предлагает компаниям использовать потенциал. Частного сектора для создания более справедливой, более инклюзивной, устойчивой экономической основы для мира. То есть, все идет к социализму. Другими словами, Ватикан совместно с кланом Ротшильдов и основными держателями активов мира создали очередную инфраструктуру, которая привяз... призвала способствовать плану великой перезагрузки и переходу к неофашизму корпоративному захвату глобального управления, а также светлые и обаятельные лица у сотрудников этой организации харизматические, а какие а а какие светлые и обаятельные лица у сотрудников этой организации харизматичные, маложавые, с белозубыми улыбками. Нет, эти лица не могут замыслить дурное. Такую реакцию они должны вызывать у нас. Не то, что лица стражей совета с, общей, с общего фото на баннере главной страницы сайта. У них у этих крокодилов все на, на лице написано. То есть суть в том, чтобы привлечь людей к этой идее, всегда будут люди прекрасные. Добрые на вид, да. А, ужасные внутри, но добрые на вид, да. Вот. Поэтому многие люди поведутся. Многие люди поведутся, за этой идеей пойдут, нужно новое. И политическая идея и нужна новая религиозная идея для того чтобы это было нужен религиозный крах в этом мире и нужен политический крах в этом мире чтобы крах чтобы показать что-то новое и интересное чтобы люди на эту э, клюнули поэтому то что мы сейчас видим в мире это подготовка к краху всего мира краху политики краху религии как таковых вот, поэтому, чтобы вывести, показать что-то новое, чтобы люди клинули и пошли новое, будет новая, совершенно новый этап э, жизни человека. Новая политика будет и новая религия. Работа ведется по всем направлениям, в том числе, как известно, над созданием новой универсальной глобальной религии, которая будет играть свою роль в деле становления счастливого будущего постчеловека. Одним из ее прототипов называется Хрислам появившись в Нигерии в 1980-е годы. Она распространилась по миру, призывая синтезировать элементы христианства и мусульманства. Это то, о чем я говорил, о том, что это было очень давно. И вот, вот сейчас будет очень интересно. Сейчас мы уже будем говорить о протестантских священниках так называемых. С принятием, значит, седьмом Всемирным Конгрессом Религии документа «Человеческое братство», созданное Папа Франциском и Мохаммедом бин Заидом, Хрислам, по сути, является официальной единой мировой религией. Хрислам оказывался в центре внимания в 2009 году. Вы помните, как нашумело, как многие говорили об этом в 2009, 2010, 2011 год. Очень была популярна эта идея. Многие подхватывали, ну, говорили о том, что это плохо. Кто-то говорил, кто-то говорил, что это в принципе неплохо. Любить всех, принимать всех и так далее. И вот, после выступления пастора Рика Ворена на мусульманском собрании, Исна, да 2009 год. Пастор Рик Уоррен это протестантский проповедник, которого очень многие книги он выпустил там по созданию. Он, очень, он пастор очень большой многотысячной церкви. Преподобный Рик Уоррен, один из самых влиятельных христианских лидеров Америки, надел маску кота Леопольда, предложил набор богословских принципов, в том числе признание того, что христиане и мусульмане поклоняются в принципе одному и тому же Богу. Открыл Америку, да? И что две крупнейшие религии на планете должны работать вместе. Почему бы и нет? Как вам такое? Чтобы решать глобальные проблемы. Какие глобальные проблемы решил э, э, захотел решать Рик Ворен? Вот интересно, да. Две крупнейшие религии на планете должны работать вместе, чтобы решать глобальные проблемы, он так говорит. Обратите внимание на ключевые даты. 1980-е годы, то есть это период становления финансового глобализма, а 2009 год это год явления народу Мессии. А вот помните, да, ну так говорили, мессии в кавычках, когда появился Обама, которому готовилась роль лидера, то есть они изначально хотели, продвигали эту идею, роль лидера нового мирового порядка. Помните лозунги так, такие, yes we can change, то есть изменения мы можем, и вот все в этом роде. И даже многие мне писали: я помню в то время, что говорили, что вот якобы Обама и есть этот Антихрист, о котором, была, ну, о котором говорили. Но на самом деле все это не так, как оказалось. Вот, потому что, как Писание говорит, что только когда храм будет третий отстроен, только там откроется Антихрист, мы, не можем, мы можем не знать его лица до конца. Поэтому, собственно, спекулировать и говорить об этом нет никакого. Смысла, вот, и который должен быть объявлен в 2010 году под прикрытием финансового кризиса и пандемии свиного гриппа. Помните, это все было. Речь идет об Обаме. Тогда попытка провалилась, и они использовали два срока президентства Обамы, чтобы тщательно подготовиться к следующей круглой дате 2020 год. А вот. но к сожалению эти идеи провалились да человек предполагает, Бог располагает то есть у бога свои планы проводники нового мирового порядка вещают, используя клише которыми которые им спускают их политбюро. А как только вы слышите от политика ученого, технократа, бизнесмена, что перед человечеством стоят глобальные проблемы, страшные угрозы, катастрофы, что жить человечеству осталось там, лет 12, потом всем кирдык, что все мы умрем от, от каких-то вирусов, от жары, от холода, от голода и так далее, только если мы не подчинимся глобальным властям, так они говорят, да, то знайте, что перед нами деятель из секты нового мирового порядка. То есть они вначале придумывают болезнь, потом придумывают исцеление от нее, таблетку. Они придумывают войны и допускают их, а потом придумывают мирные договоры, чтобы установить мир во всем мире под предводительством Антихриста. В свою очередь, Папа Франциск активно спонсирует всемирные экуменические, экуменические да, конференции, то есть это экуменизм, это когда религия и политика объединяются вокруг какой-то единой цели. Да? Например, постройка нового мирового порядка. Не вокруг Христа его учения, а вокруг какой-то цели. С участием различных религиозных направлений, включая проводника Хрислама Рика Уоррена. Я не знаю, уже прошло время. Я не знаю, напишите мне, кто знает Рика Уоррена. потому что мы читали его книги когда-то. Он очень был таким популярным в христианском мире. А оказывается, вот он тоже продвигает. Глобализм и Хрислам. К сожалению, вот все, кто поднимаются вверх на уровень популярности и знаменитости, вот почему-то все а, ну, идут туда, идут туда к, этому, к, к идее нового мирового порядка, то есть каким-то образом связаны с масонским миром. Симпатизируют ему или же часть этого мира? И в заключении, тут немножко осталось, друзья, в феврале 2019 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Аб Абу-Даби прошла международная конференция «Человеческое братство», посвященная межрелигиозному диалогу веротерпимости, противодействию радикализму и терроризму. Открывали глобальную конференцию, кто бы вы думали, да, Папа Римский Франциск и Ахмед Ат-Таиб. Глава престижнейшего в мире исламского вуза египетского Аль-Азхар они же подписали историческую декларацию братства, призывающую к миру между народами, религиями и расами а перед э, мировой аудиторией лидеров христианства, ислама, иудаизма и других конфессий. То есть это тоже исторические, это, так сказать, камушки, кирпичики да, для построения вот этой Вавилонской башни. Потихоньку-потихоньку-потихоньку цели их видны. Историческую они подписали историческую, значит, декларацию братства. Смотрите, мир между народами, религиями и расами через объединение политики и религии. Ну, как бы идея такая хорошая. Мне некоторые пишут: а что же тут плохого? чтобы у нас был мир, чтобы у нас была любовь, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы у нас не было терроризма там и так далее, бандитизма. Вот но перед под этим прикрытием друзья, под этой благовидной маской создается новое мировое правительство во главе с антихристом. Это обольщение называется масс. Это обольщение, это ловушка, это как крючок, когда ры, рыбу ловишь за жабры, вот это оно. Вот. Интересно, что символ Турне Папы в Марокко, слуга надежды, который состоялся в апреле 2021 года, очень похож на символ Хрислама, крест в полумесяце. Понятно, да? А, значит, очень интересно. В Марокко он тоже был. «Свой реверанс исламскому миру Папа Римский Франциск делал неоднократно. В Италии в 2016 году омовение ног нескольким беженцам знак толерантности». Целование понтификом ботинок лидеров Южного Судана в 2019 году. То есть для чего это делается, вот это вот, вот это вот показуха, этот цирк? Это, ну, это даже не унижение, это просто, как, знаете, человек делает то, что ему говорят делать, то, что он считает, для создания нового мирового и политического религиозного царства. Вот, для того, чтобы расположить да, сердца, других религий других народов к одной какой-то идее или какой-то одной какой-то одной сути. Недавно папа выразил глубокую печаль по поводу результата отчета французской независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви. За прошедшие 70 лет жертвами насилия со стороны 3000 священников и мирян стали как минимум 300 тысяч детей. Это ужас. Все эти множество других акций Ватикана в последствии года есть не что иное, как попытка провести ребрендинг, ребрендинг института церкви в новых реалиях, чтобы отвечать запросам нового мирового порядка. В числе прочего, Папа Франциск собрал 10 ученых, 40 религиозных лидеров мира в Ватикане, Встречу, Вера и Наука, в ходе которой участники подписали совместное обращение в преддверии предстоящей климатической конференции СОР-26 ООН. Любовь, уважение, должны формировать усилия для лучшего будущего. Кто же поспорит с этим? Да, вопрос. До этого в апреле 2021 года на 50-летнем юбилее Дня Земли. Папа призвал бороться с климатической чрезвычайной ситуацией. Ну вот еще одна проблема, да, которая существует. И фразеология его была на редкость пантеистическая. Вот цитата. Нам также нужно еще раз прислушаться к самой земле. Сегодня мы слышим голос творения, призывающий нас вернуться на законное место в естественном сотворенном порядке. Помнить, что мы являемся частью этой взаимосвязанной паутины жизни, а не ее хозяевами распад биоразнообразия, нарастание климатических бедствий, несправедливое воздействие нынешней пандемии на бедных и уязвимых. Все это тревожный сигнал перед лицом нашей безудержной жадности и потребления. Вот мы все люди виноваты, вот такой вот страх и ужас происходит, давайте что-то с этим делать. Да? То есть это то, о чем мы только что прочитали, что это посол масонского царства, по сути дела, который за объединение всех и вся. Наша постоянная потребность в росте, бесконечный цикл производства и потребления истощают мир природы. А леса выщела, выщелачиваются, верхний слой почвы размывается, поля выходят из строя, наступают пустыни, закисляются моря, усиливаются штормы, творение стонет. Вот. Ну и некоторые комментаторы тут сравнивают эту речь с языческим поклонением. Намерение Ватикана возглавить тренд объединения мировых религий очевидно. В этом контексте поощрение массового исхода переселенцев в Европу с востока и юга в последние годы четко вписывается в картину происходящего. То есть, другими словами, все, что происходит на земле, все эти допущения или игра на том, что происходит, все это значит в планах нового мирового правительства, которое пока действует, друзья, за кулисным. Дело в том, что политической элите нео неоглобалистов необходимо изменить религиозный и расовый баланс в Европе как можно скорее. По неофициальным данным, во Франции мусульманское население уже составляет 30%. Можете себе представить? Мы, мы только говорили об этом когда там, в 2010 году, в 2015 году. Что будет через 20, 30, 50 лет с Европой? Когда массовая миграция будет исламского мира арабов там и так далее а вот сейчас это уже осуществляется 30 процентов во Франции мусульман уже уже 30 процентов то есть почти половина можете себе представить которая еще и само репродуктивная и стремительно стареющей Европе то есть Европа стареет и умирает то есть старая Европа там где христианство там где европейцы жили что они рожают там 1-2 ребенка, как я и сказал. А, там, а эти рожают по, по, по 5, по 10, по 15 детей. То есть что будет? Ну, можете себе предположить, что будет через 20 лет, когда эти 10, 15, 20 детей еще нарожают 10, 20, 15 детей. То есть через 50 лет а Франция и Европа будут мусульманской Европой. Понятно, да? Этим способом неоглобалисты решают сразу две задачи. Первое, соци... наращивается социальная база для раскачивания расовой и религиозной лодки. В целях дестабилизации ситуации, дискредитации национального государства как и жившей себя модели. То есть нации уберут а национальные государства уберут со временем. То есть все ассимилируют. Но это же уже понятно и очевидно, куда идет глобальный мир. Вот когда сегодня там, значит, кричат о каких-то национальных интересах, о каких-то там, значит, патриотических лозунгах и так далее, то есть, ну, становится смешно, потому что а глобалисты, цель глобалистов это искоренить, как раз искоренить эти все вещи и сделать единым мировой порядок, чтобы не было, чтобы никто не вылазил в, своей, значит, в своих национальных интересах. Понятно, да? И кто сильно вылазит, с теми решают проблемы быстро. И это мы видим на примере России и Украины, война, которая происходит. Дискредитации национального государства, как и жившей себя модели. Не обязательно, чтобы расовые конфликты были реальностью. Достаточно создать иллюзию антагонизма через СМИ и провокации. Второе оседлание суперклассом неизбежного растущего мусульманского населения планеты и включение его вместе с исламскими лидерами, в глобальные проекты един единого государства. То есть, если на повестке дня стоит религия Хрислам, то есть это понятно, что будет ассимиляция, продолжаться и дальше до полного. Апогея. В этом глобальном проекте Хрислам планируется как массовая религия без, для значит, простых людей, а для суперкласса предназначается другая религия, трансгуманизм, со своим Ватиканом в Кремниевой долине по Ювалу Харари. Ну, про трансгуманизм, возможно, мы еще с вами поговорим более детально. Это тоже очень интересная тема. Друзья, надеюсь вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем размышлять. Пишите, что вы думаете об этом в ваших комментариях. Я понимаю, что материал может быть сложный, не всем понятен. Он был концентрированный и может быть сложный к пониманию. Но давайте попытаемся разобраться и напишите вкратце ваше мнение. Действительно ли прав автор этой статьи. Пусть Господь вас благословит. Наблюдаем за приближением Дня Онного. Время близко. Пришествие Господне приближается. С Богом!